Сериал «Султан моего сердца» покидает экраны. Он стал жертвой низких рейтингов. Но неизвестно, когда выпустят в эфир восьмую финальную серию, так как вместо него в среду покажут новый сериал «Затаив дыхание». Первый сезон сериала «Султан моего сердца» и так планировался на 8 серий. Однако съемки второго сезона не начались, что предвещает окончательное закрытие российско-турецкого проекта.